Проходят последние часы уходящего 2021-го. Каким он был для вас? Может быть, вы выучили иностранный язык? Ну или хотя бы подтянули русский. Купили машину? Или научились водить старую? Родили ребенка? Или выросли сами? И четвертое, я забыла, что нужно было сказать. А я напомню, а четвертое, хорошо отдохнули, а может быть и не напрягались. 2021 год подходит к концу. Чем он запомнился для вас? Пишите в комментариях. Делитесь! Все вместе почитаем. Да. Ну и чего пожелать вам в новом году? Ну, конечно, здоровья, счастья, богатства, удачи, достатка. Алёша, что ты такой скучный? Давай пожелаем 1 января как минимум проснуться с не очень больной головой, рядом иметь бутылочку минералочки. Ну и после новогодних праздников не сразу становитесь на весы. И помните, что 3 января на работу. Ну и спасибо, что были с вами. Сильные новости. Сильные новости о вас. Сильные новости для вас. 2022. Поехали. Поехали.